Мира и добра всем присутствующим. В эфире 16-я телевизионная передача телевизионного канала NEFS TV и я, его ведущий, Всеслав Солом. У каждого человека, у каждого из нас есть какие-то обладания. Материальные, частная собственность, друзья, родственники, сослуживцы, дети и так далее. Автомобили, дома. Мы думаем все, что когда мы владеем чем-то, то мы этим, чем владеем, и управляем. Я вам скажу, нет. Абсолютно нет. До тех пор, пока вы чем-то владеете, вы этим же предметом или человеком не управляете. Это вот правило, запоминайте. Чем владеешь, тем не управляешь. И наоборот, чем управляешь, тем ты не владеешь. Вот как интересно. Чем владеешь, тем не управляешь, а чем управляешь, тем не владеешь. Вы почесали затылок и подумали, а как же это понять? Всеслав, объясни, да? Вот я постараюсь сейчас вам коротко и достаточно доступно объяснить эту интересную закономерность. Предмет, любой предмет, хоть и человек, без среды вообще ничего не, себя не представляет. Он пуст, он стоит на месте, его нету, он может раствориться, даже исчезнуть, понимаете? Поэтому предмет и среда – неразрывные вещи. Пока ты владеешь предметом, и насколько ты им владеешь, настолько ты не видишь среду вокруг него. Вы понимаете, какая интересная штука? Иначе не можешь управлять им. Насколько ты не владеешь предметом, значит, ты можешь способен, да, отстраниться от него. Ты видишь настолько масштабнее среду вокруг него и можешь полноценно управлять этим предметом. Но я надеюсь, сейчас становится уже более вам понятно, что такое управление и что такое владение. Понимаете? Поэтому управлять и владеть – это все-таки две различные категории. Не вздумайте в жизни их сочетать. Это надо быть семь пядей во лбу, супермагом, суперразвитым человеком, чтобы совмещать в себе вот эти переключения. Да? Я сейчас управляю предметом, да? Я не владею, я управляю. То есть это не мой предмет. Представляете, как надо переключиться, забыть, что ты хозяин, что ты владелец. А потом раз, все, я владелец предмета. Теперь я не управленец, я не управляю предметом. Понимаете, тогда нужно научиться так переключаться в голове. Это, ой-ой-ёшеньки, не каждому дано. Это уже определенный и серьезнейший уровень развития и посвящения энергетического. Поэтому я вам рекомендую все-таки относиться где-то после 5 лет, допустим, к своим детям уже не как к детям, а как воспитанникам. То есть вы уже не родитель, вы воспитатель. И начинайте к этому привыкать. И глядишь, к годам к 10, когда ребеночку уже будет в районе 10, вы уже будете абсолютный воспитатель, и вас ребеночек будет слушаться, вы будете великолепно вести его по жизни, развивать. Понимаете? Но если вы будете продолжать оставаться родителем, тогда возьмите воспитателя, наймите его, или книжки какие-то вовремя подсовывайте, давайте ребенку, да, чтобы он случайно на столе обнаружил и почитал. То есть какими-то людьми знакомьте, какие-то мероприятия водите, чтобы тогда эти обстоятельства воспитывали вашего ребенка. Вот какие интересные вещи. Я понимаю, что тема огромная, и я не могу здесь ее выложить абсолютно вот во всех подробностях. Я просто приоткрыл занавесочку и объяснил вам, что невозможно управлять тем, чем ты владеешь, и невозможно владеть тем, чем ты управляешь. Намотайте себе на ус. Если вы хотите знать больше в этой теме, вот даже вот в этой маленькой микротеме, огромной темы приобретения и растраты, да, и потери, то, конечно, приходите ко мне заниматься, я с удовольствием вас поучу. Вот на моем сайте есть телефоны, записывайтесь, звоните. Идем дальше. Что еще я хотел сегодня с вами разобрать в этой теме потеря приобретения? Вот я помню, у меня был такой случай интересный. Ну, у меня часто бывают подобные и всякие другие, но вот этот контрастный такой, как бы, он мне не мешает, чтобы я вот о нем сейчас рассказал, да, не мешает по жизни. Я как-то приобрел стиральную машинку. Была очень хорошая, серьезная степень необходимости в ней. Я ее приобрел, а когда я ее поставил на кухню, то я вдруг увидел, что эта машинка очень контрастирует с интерьером кухни. Ну, признаюсь вам, что до приобретения этой стиральной машинки квартира была куплена незадолго.
И она была обшарпанная, она была грязная, она была не отремонтированная. И стиралка, вы знаете, как НЛО светилась на кухне. Неопознанный летающий объект. Что это было? Роскошь? Ну, в общем-то, какая роскошь? Мне стиралка была, мне нужна, правильно? Обязательно нужна была. И, собственно говоря, она не была такая уж супер дорогая. Даже по тем временам. Но вот она съела как НЛО. Тогда, как-то я сам того не заметил, я начал... У меня идеи какие-то стали появляться. Начал ремонтироваться. Вообще, я не думал ремонтировать эту квартиру. Думаю, все равно там через непродолжительное время будут ломать дом. Дом старый. И будут давать новые квартиры. Думаю, не буду ничего ремонтировать. Но потихонечку у меня обстоятельства начали сами подстегивать. Я даже забыл, что эта машинка там была куплена. А я стал ремонтироваться. Я вдруг отремонтировал одну комнату, холл, потом саму кухню и туалет. А вот когда я отремонтировал холл, у меня второй разряд радиотелемастера, поэтому я проводку менял в квартире сам. Да? А я все разводки сделал, пригласил электромонтеров. Они посмотрели, да, говорят, профессионально все сделано, мы подключаем. Ну вот, интересное дело, когда я разговаривался с этим электромонтером, их там двое было, да, с одним из них, то оказалось, что он тоже купил себе именно такую же стиральную машину, как я купил. Модели одинаковые, не буду рекламировать, какая именно. И тоже начал незаметно для себя делать ремонт в квартире. Опаньки, интересные вещи получаются. Значит, выходит, что какой-то предмет, или даже каждый предмет, который мы приобретаем в нашу жизнь, как-то, но влияет на изменения в этой жизни. Мы или сами начинаем меняться, или вокруг себя что-то начинаем менять. Могут приходить и уходить какие-то друзья из-за того, что вы купили какой-то воздушный шарик. Я не шучу. Это, конечно, шутка в адрес шарика, но вообще-то я не шучу, что из-за покупки какой-то блохи, говорится, а может и серьезного предмета, может даже автомобиля там или розетки вы поменяли, вы можете развестись с женой или наоборот свести с ней. Понимаете? То есть здесь очень много таких удивительных вещей, что каждый предмет, который как приобретение приходит в вашу жизнь, он за собой тянет целый мир другой логики, которой еще не было у вас. Конечно, не каждый предмет так контрастно может менять жизнь, как вот у меня стиральная машина НЛО, да, поменяла мою контрастную жизнь в той квартире, которую я на то время приобрел. А может незначительно влиять, или же вы не видите этих влияний, взаимосвязей, но они обязательно есть. Один предмет мощно повлияет так, что вы даже заметите, что у вас что-то изменилось, но не увяжете у себя в голове, что это изменилось за счет приобретенного предмета. Будьте очень бдительны. Вы скажете, а как же научиться понимать, что вот это я куплю и будет вот то-то, а это я куплю будет вот то-то. А вы знаете, во-первых, это в каждом случае индивидуально, это раз. Это можно выяснить и на консультации у меня. Некоторые люди могут у меня проконсультироваться на предмет, ну, скажем, наиболее крупных каких-то приобретений, да. Я могу просчитать, посмотреть на отношения и сказать, во что выльется приобретение вашего предмета. Там, не знаю, может, это дом, может, квартира, может, телевизор какой-то, еще чего-то. Ради бога, на консультации это можно выяснить. А можно иметь внутреннюю логику, то есть, значит, знать мое учение, тоже надо приходить заниматься тогда, чтобы точно просчитать, а во что это может вылиться. То есть самому можно просчитать, понимаете? Надо научиться этому. Каждый раз бежать на консультацию тоже как бы и накладно денежно, и по времени, и неуютно, потому что нужно договариваться, а тут надо, может, иногда решить сразу купить или не купить, ну вы понимаете, да? Очень много дискомфортов. Поэтому, конечно, лучше научиться самому все решать. Самому. Ну или тогда оставайтесь при методе, как говорят, проб и ошибок, да, методом тыка. Русский такой метод есть, да, вы начинаете изучать жизнь. Покупили, что-то пошло не так, выкинули или продали, да. Купили, пошло так, прикупили еще. Ну то есть это, конечно, смешно немножко выглядит, но это тоже работает. И некоторые, в общем-то, так поступают. Я помню, у меня занимался один парень из Подмосковья. Он пришел домой, как он рассказывал мне, приходит, а мама купила новую люстру. А он вдруг почувствовал какие-то
внутренние у него изменения пошли. Так он подпрыгнул к этой люстре, схватил ее, сорвал и выкинул с балкона под удивительные шарообразные глаза, под сумасшедший взгляд мамы его. Не объясняя ничего. То есть он вдруг понял, что эта люстра сейчас ему навредит так, что ой-ой. Конечно, с точки зрения, допустим, психиатрии или психологии, можно подумать, что, ну, как говорят, шизанулся, да, как минимум, или же припадок психический. Но я вам скажу, что люди с серьезно развитой интуицией и не такие вещи выкидывают, и оказываются впоследствии правы. Я не хочу оправдывать все поступки. Есть, конечно, действительно идиоты, да, извините за выражение, идиотские поступки. Но в данном случае он был прав, потому что он молниеносно вдруг увидел, почувствовал, что у него что-то меняется не так. Может, он планку отношения к себе вдруг понизил, то есть он почувствовал себя никчемным. Может, он вдруг еще что-то почувствовал. Если человек такое почувствовал при новом предмете, то это уже этот предмет будет доминировать и мешать. Это уж, я думаю, любой психолог подскажет это, понимаете? Но, может, не надо было выкидывать, а как бы продать, подарить, сдать там. Ну, в общем, каждый решает по-своему. В любом случае, я еще раз говорю, для того, чтобы что-то приобрести, имейте в виду, да, для этого надо ой-ой-ой как подумать. Ну, наверное, не секрет. Если бывает так, что человек, он женился, ну, человек имеется в виду мужчина, женился, допустим, может, и замуж женщина вышла. Ну, я мужчина, поэтому мне проще от своего лица, от моего пола говорить примеры. Вот, женился мужчина, а и вдруг через какое-то время начал болеть. Там 5-10 лет живет с женой, вроде все нормально, а он болеет. Потом какие-то обстоятельства, или ему кто-то подсказали, он почувствовал, взял, развелся с ней. И буквально через год, 2-3 он уже выздоровел, у него все хорошо, понимаете? Почему? А потому что он же приобрел, то есть он женился, он приобрел жену, правильно? И вот, значит, она принесла именно такую логику в его жизнь, которая и поменяла его в сторону болезней. Вы понимаете, то есть это тоже наперед надо все просчитывать. И все это просчитывается. Существуют приемы, рассмотрения, логические подходы, чтобы все это понять. Не торопитесь. Очень важные вещи, серьезные вещи. Вот. Это то, что вот я хотел сказать здесь, в этом маленьком кусочке этой темы. Да? Значит, еще очень интересный момент хочется сегодня с вами рассмотреть. Существует еще при приобретениях и затратах, то есть потерях, да, временные, есть такое понятие, временные несоответствия. Что я имею в виду? Допустим, человек, ну, скажем там, полгода копил денежку на приобретение чего-то. Полгода, представляете? А кто-то, может, вообще 6 лет копил. Мало ли. Разные люди бывают. И вам это знакомо. Вот он копил эту денежку, копил, мучился там, не досыпал, да, отказывал себе в поездках какие-то, в мебели, еще в каких-то там прелестях жизни, в развлечениях. И вдруг купил этот предмет в одной части, даже в одно мгновение. Вот раз и выложил всю эту сумму и купил предмет. Вы вспомните себя в таких ситуациях. Обычно у человека возникает, извините за выражение, жаба, да? Ведь он столько намучился, вложил энергии, и вдруг вот в одночасье этих средств, этих денег не стало. Да, он приобрел то, что хотел, но у него нет той суммы, на которую он пахал столько времени, 6 месяцев или 6 лет. И его сразу же включает на жадность. Ему жалко потерять эти деньги, жалко, что он с ними расстался, их жалко. А раз жалко, значит, предмет, который он купил, ровно настолько, насколько жалко, и будет ему бесполезен, окажется даже вредоносным в жизни. Этот предмет, который он приобрел в таком состоянии, как жалко. Вы скажете, а что же делать? А я вам скажу, что в таких случаях надо понимать и помнить главное, что время, которое вы потратили на приобретение средств, ну, накопление в данном случае, да, накопление средств для приобретения какого-то предмета, должно совпадать, желательно совпадать и идеально на время, вернее, со временем растраты последующей этих накопленных средств. То есть вы скажете, а как же ему этот там, автомобиль, допустим, на который он копил там 6 лет, нужно было что, 6 лет покупать, что ли? Ну, в идеале 6 лет, да, покупать. Вот, может быть, эта сумма будет лежать у него, и он 6 лет будет присматриваться к одной марке, к другой, третьей, десятой. Я вам серьезно говорю. Ну, конечно, 6 лет
Это только, может, в советские времена копили так на автомобиль. Сейчас, наверное, все-таки побыстрее, кредиты есть там и так далее. Я думаю, что не 6 лет. Ну, давайте подумаем, там, 6 месяцев, год, два. Ну, тогда, да, человек может, и правильно будет, если 6 месяцев, год, два, будет присматриваться к маркам. И когда вот он протянется по времени, вот средства у него будут, да, по времени, вот, так, пройдет столько же, да, времени, сколько вот он прошло, когда он накапливал эту сумму. Время пройдет столько же на приобретение. Тогда он купит этот автомобиль, и у него не будет ни жабы, никаких проблем. Все будет в кассу и в норму. И предмет ему не навредит, в данном случае, автомобиль. Поэтому вот это имейте в виду. Соответствие, ну хотя бы как-то немножко выдерживайте паузу. Не надо сразу обрушаться в растраты. Потому что даже на уровне подсознания вы начинаете себе вредить. Потому что мы все так устроены, люди, что если мы долго на что-то тратились, то потом нам, даже если мы что-то вот купили, да, на эту сумму, очень внутри жабообразно, нам очень жалко, нам болезненно терять такую сумму в одно мгновение. Вот это имейте в виду, то есть пусть какое-то время пройдет. Мало того, что вы здоровье свое сэкономите, но и проблем в жизни меньше будет с приобретенным каким-то предметом. Наспех не покупайте ничего, если вы долго к этому готовились, то есть копили на этот предмет деньги. Постарайтесь уравновесить время накопления и время растрат. Ну, вот тоже вам подсказка. Опять не забывайте, все, что сейчас в этой передаче звучит, это авторское и принадлежит только мне. Преподавать это за деньги запрещено. Вот это авторское. Принадлежит Всеславу Соло, Сергею Александровичу Порецкому. Будьте добры, любите жаловаться. Вот, я с вами делюсь для того, чтобы мы могли жить интереснее и правильнее, но не для того, чтобы вы могли оттолкнуть меня и сказать, что это ваше. Это мои материалы, авторские. Ладно, на закусочку еще рассмотрим некоторые вещи. Ну вот, допустим, лишнее. Когда приобретается что-то лишнее, что происходит? Что происходит, когда приобретается что-то лишнее? Вы скажете, ну как что-то лишнее? Это значит, человек балбес, да? Ну, как вот я читал в интернете интересную такую заметочку коротенькую, что сувенир, ну и своими словами скажу, не мое, да? Сувенир – это такой предмет, который ты дома бы никогда не купил. Понимаете? То есть в родном городе ты бы никогда его не купил. Но там ты, где находишься, ты его покупаешь. Там свистульку какую-то, шарик, там, я не знаю, какую-то лошадку, да, глиняную там и так далее и тому подобное. Так вот, что интересно, что лишнее приобретает тот человек, у которого сознание сужено. То есть он покупает этот предмет обычно, ну, приобретает, да, берет его там, или дарят ему, неважно, в том состоянии, когда у него сознание очень сильно свернуто, то есть предмет больше его сознания, понимаете? Или предмет больше, или он не вмещается в его сознание, потому что там нет свободного места и так далее. Что я имею в виду? Вот здесь надо с вами, мне с вами подумать для того, чтобы вас поучить. То есть когда мы живем с вами, то у нас есть такое понятие, конструкция такая внутри каждого человека, она есть, как развернутое или свернутое сознание. Маленький пример. Допустим, вы получаете, инфляция огромная, да, в России она была, вы получаете там миллионы рублей, а вы миллионер, да, а с этими миллионами попадаете в советское время, где зарплата была 120 рублей в месяц. Вы представляете, какое ваше будет ощущение, да, вы миллионер, а там 120 рублей в месяц. Как вы будете тратиться так с левой и правой ноги? Там, кто-то может жадничать насчет, но все равно вы понимаете, как вы себя будете чувствовать и воображать. Да? Так вот, почему? А потому что ваше сознание будет относительно тех зарплат, 120 рублей, сознание миллионера, развернуто очень сильно. И в него будет многое-многое вмещаться. А значит, вы уже будете очень чутко смотреть, что вам нужно, а что вам не нужно. При любом приобретении вы будете понимать, нужна эта вещь или нет. Нужно это покупать или нет. Понимаете, чем
круче развернуто сознание у человека, тем он не жаднее, а тем больше он, вероятность, что он не купит ничего лишнего. Вы понимаете, как интересно устроены люди, которые богаты, да, устроены по жизни. Они действительно умеют очень хорошо ориентироваться. Вот это нужно брать, а вот это не нужно брать. Это нужно иметь, а это не нужно иметь. И чем богаче человек, тем он отчетливее вот живет в этих правилах. То есть ему можно доверять, он точно вам скажет, вот это вам нужно, а вот это вам не нужно. У него чутье стопудовое. Значит, получается, у него сознание расширено, и он этот предмет видит, нужен он или нет. А когда сознание вот не дебильное, конечно, не хочу никого как бы обижать, но такое суженное, да, узколобое, с скошенным лбом, так вот оно тогда вам ничего не подсказывает, человеку такому не подсказывает. То есть человек не видит, и предмет вмещается, не вмещается в него. Он думает, что он ему нужен, и берет его. А он оказывается роскошью. А раз роскошью, то есть лишним, да, то он начинает вредить человеку. Он же не весь вместился. Значит, во-первых, он частично не принадлежит этому человеку. А раз он частично не принадлежит ему, значит, он уже даже в квартире будет лежать и светиться за этим именно предметом, как лишним, так как он светится на весь мир, и подъезд, и двор, и город, за ним именно воры, воры и придут. Понимаете? А если у вас нет таких предметов, которые светятся, не светятся, да, вот они лишним, а вот они все вмещаются в ваше сознание. У вас даже дверь будет открыта, и следки золота в квартире лежать. И эту дверь сосед призакроет, даже не заглянувши в квартиру, на эти следки золота не глянет. Вы понимаете? То есть, когда все, что вы имеете, вмещается в ваше сознание, то вы можете вполне быть спокойны за свое имущество и за свои все вот эти материальные предметы. И еще очень интересный момент. А как развивать, допустим, какие советы я могу дать, как развивать ваше сознание вот в области вот таких вещей, как, вот, которые мы сейчас рассматривали, да, с вами. То есть, как его развивать, то есть расширять сознание. Я вам скажу, можно применять всевозможные интегральные, как я говорю, упражнения. Ну, вот назову такое, допустим. Вы идете в магазин, да? Сверху смотрите, травка растет, там разные травки, да, цветочки какие-то на газончиках, там камешки какие-то лежат, какие-то лужицы. А вы воображаете себе, что вы летите на самолете и смотрите вот с высоты там 5000 километров на все это. И вот эти травинки, это на самом деле деревья, да, и там могут крохотные люди ходить. То есть вы воображаете себя вот таким интегралом башковитым, большим сверху, да, смотрящим на вот эти прерии там. И так далее. Очень хорошая интегральная игра. Также можно просто вот вы на пляже лежите, да, и там же тоже вот травинки какие-то могут быть, какие-то на песке лежите, да, какие-то рытвенные ямки. Вы можете видеть целую огромную пустыню, что вы созерцатель целой огромной пустыни. То есть привыкаете маленькое видеть как огромное, понимаете? И тогда ваше сознание будет становиться каждый раз все больше и больше. И просто даже фантазируйте. Фантазируйте, что у вас есть 10 миллионов долларов, допустим, и что вы с ними сделаете. Только не от жадности, а постарайтесь правильно, без всякой горячки, пофантазировать, как вы распорядитесь ими, да, распределите их. Там 100 миллионов долларов, там миллиард, там и так далее, и тому подобное. Это очень тоже хорошее, полезное упражнение, и каждый раз они будут вас выравнивать по сознанию, выравнивать, понимаете? Ну и, конечно, можно дружить и даже должен с теми людьми, у которых уже сознание развито, они вас поучат. Просто вот рядом с ним побыть и посмотреть, как он покупает, как он относится к миру, к приобретениям своим, ну и так далее, и тому подобное. То есть вот такие вот маленькие, казалось бы, советы по интегральным упражнениям. Дальше можете что-то еще придумать. Это вот то, что я сегодня хотел рассмотреть по этой вот огромной теме потеря и приобретения. Конечно же, еще раз подчеркиваю, если вы хотите эту тему знать глубже, шире, основательнее, она огромная, да, это как целая наука отдельная, приходите ко мне заниматься, нет проблем, я вас научу, что такое потеря, что такое приобретение, и будете все правильно приобретать и тратиться, терять. Ну, наверное, на закуску еще все-таки надо сказать, что когда вы что-то теряете, не надо расстраиваться.
Потому что это самое последнее дело. Если вы расстраиваетесь, значит, вы уже продолжаете терять. Это уже вот материал по книге, да? Который есть уже у меня опубликован в книге. Так вот, не надо расстраиваться. Всегда старайтесь защищаться, как в народе защищается. Все, что делается, к лучшему, говорит народ. Поэтому, если у вас что-то потерялось, что-то такое произошло, все негативно воспринимается как потеря, то сопроводите это хотя бы вот таким представлением, что не то, что там к лучшему даже, хотя и к лучшему это совершилось, а вы избавились от чего-то гораздо худшего. Это тоже вариант. А я же вам предлагаю даже не просто вот так вот штампами мыслить, что народными, что интеллигентными всякими штучками. Я предлагаю прям давать адрес. Что если у вас вот что-то потерялось, ну, получилось так, да? Даже если кто-то там умер у вас из родственников, или там, не дай бог, там еще что-то случилось, постарайтесь сразу адресно придумать сами, от чего вы избавились. Конкретно. Допустим, вы теперь никогда не будете нищим, там, ну, и еще что-то. Но только чтобы это соответствовало вашему состоянию, чтобы вы вдруг почувствовали уравновешенность внутри себя, а не корысть. Если будете подсовывать факт корыстный, то, сами понимаете, вы столько себе навредите в карме, что будет еще больше два раза проблем. Поэтому подыскивайте тот адрес, который действительно вас от чего-то избавит, чтобы вот вы назвали себе, что это произошло вот потому, что вот это у вас больше в жизни не будет. Чтобы вы вдруг почувствовали уравновешенность, комфортность. То есть не обрадованность или же корысть, которая потирает вас внутри, сидит ручками потирает, и глаза блестят, когда у вас в гробу друг лежит, да? Вот, я понимаю, что я говорю, может, нехорошие вещи, но я просто сразу называю вещи своими именами. Не надо потирать ручки вот так вот. Я не этому хочу вас научить. Я хочу научить вас уравновешенности, что вот друг, если лежит в гробу, и вы видите, то значит теперь, да, вы будете всегда бдительны, к примеру, я говорю, и вовремя, на чеку, да, кому-то как-то что-то подсказывать или даже в чем-то настаивать, чтобы больше вот такого друга в гробу не было, чтобы друзья были живыми. Может, еще что-то придумаете, ну, чтобы внутри комфорт возник, понимаете? Вот внутри у вас комфорт, что это вот как бы последняя жертва, да? Что это жертва во имя вот того, что теперь вы изменились, и мир изменится. Или, допустим, что друг, вот так вот случилось с ним, да? Потеряли его, но теперь там, я не знаю, войны не будет, что он для вас теперь кумир, он пожертвовал ради этого. Вы так подумали. Кстати, это тоже работает. В общем, я здесь не хочу вашу фантазию как-то пеленать, да, по-своему. Вы сами ее спеленаете, сами ее продумаете, но чтобы главное не было корысти и не было потирания ручек, а комфорт, уравновешенность, ровное состояние. Чтобы вы не ныли в адрес, в сторону потерявшегося чего-то у вас в жизни. Ну, вот так вот я хотел сегодня завершить на этой ноте данную 16-ю передачу, которая проходила по теме «Потеря и приобретение». Записывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой канал на YouTube, приходите ко мне в блог, на мой сайт, читайте материалы, приобретайте мои книги, видеокурс выхода «Высший астрал», видеоприложение к книгам, приходите заниматься, звоните, записывайтесь на мои консультации, я буду рад вам всегда. И, конечно же, участвуйте активно в нашем телевизионном канале. Присылайте свои темы на видео записанные, и я постараюсь с вами или связаться, или сконструировать из вашего материала присланного какой-то видеосюжет или даже целую передачу, и вы увидите свои материалы в нашем эфире, в эфире нашего телевизионного канала на СТВ. Задавайте вопросы, будем отвечать. Темы свои присылайте, на какие бы вы темы хотели увидеть передачи. В общем, мира и добра вам, удачи и осознания себя. Материализации мыслей и ваших желаний. Российский первоисточник, автор множества книг, высшие магии мысли. Вы можете...
можете научиться. Выходы в астрал, параллельные миры, энергологика бизнеса, телепатия, формула любви, дыхание сознания, магические операции. Школа вечеров Всеслава Соло. Контактный телефон 8 903 622 40.